Хей, йога, если мышмики, мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands 2, окей. Мы в прошлой серии с вами повыполняли доп. Миссии, я сейчас, короче, все позакупаюсь, все, что мне нужно. Это патроны. Так, на дробовик патроны. Снайперка у меня есть, все есть, хорошо. Продаем все вот это. Все вот это, да? Подождите. Сейчас я подумаю. Так, а что хотел вообще? Базука. А, 11к. Ладно. Это тоже все на продажу. Расскажи друзьям об арсенале. Так, сколько у меня этих? О, у меня уже 99, ништяк. А, мне все равно ни на что такое не хватает, да, хорошее? Кто это мог купить? А, 131. Блин, я бы купил 21к. Ух ты ж, ё-моё. Я знаю теперь, на что я буду фармить. А, тут, короче, ничего такого нет, полетели. А я могу, типа... Перл. Так, берем машину, летим туда в локацию. У нас как раз ключи есть. И походу будет новая локация, где будет третий, последний. Ну, типа, из второго ранга. И мы будем первые. И у нас останется только этот нахер. Мужик с мотором на теле. Хочу. Хочу. Так, доехали, окей. Как-то быстренько. Так, теперь. Одно из двух, либо мы сражаемся с ними, либо просто пробежим. Если они не зареспавнились. Ну, хотя мы с локации в локацию зашли, поэтому они должны были все восстановиться. По идее. Окей, тихо. Значит, только в мою пользу, это только в плюс. Гранаты одной нету, ладно, тихо. Граната может мне просто пригодиться потом. Кузня. Ух, нихера себе. По картиночке место... Ну, по объему маленькое, а само огромное. О, безбашенность у меня 5 штук. Урон. Ближним бою. Шанс вертик. Так, урон от стрельбы. Задержка. Урон. Так, задержка. Урон. Критический урон. Так, урон. Шанс, урон от стих, скорость подзарядки. Урон. Шанс, скорость перезарядки, урон. Шанс перезарядки. Сколько у нас уже процентов? Емкость щита, так, 5, урона стрельбы 6%. Так, здесь у нас скоро, не скоро, конечно. Еще долго. Это, скорее всего, апну и начну что-то из этого апать. Ну, хотя, скорее всего, в этот момент мы уже закончим игру проходить. Так. По карте. Большая карта, скорее всего, тут еще будут дополнительные миссии. Вот этот возьму. Тебе удалось войти в кузницу, но мне не моя голова запущена сюда. Хрен кто чужой зайдет. Мощник корчится. Камер считает, что он безбашенности, но я нашла 3 точки доступа в его логово. Иди к расположению боевых и расскажи себе путь через... Сразу задание появилось. Скажи мне в лицо, если ты сможешь сказать ничего хорошего... Так, лучше молчи или купи здоровую пушку. Эй, скотин Хранча, есть работенка для тебя. Предлагаю поцеловать меня в задницу и убраться из этого квартала... Чёртом. Но все равно, братан, просто... Бароны, просто перестаньте что-то там. Слишком какое-то темное место. Очень темное место. Темное место. Новые враги? Те же самые.
Мои искатели службы безопасности только тебя так и раз. Так у них глазница слабое место, оказывается. Так, новый облик. Да, получается, у него им нужно просто в глаз стрельнуть, да и все. Ух! Все взлетает в воздух. Да я просто пробегу. Не против? Ясно. Как-то это быстро все произошло. Очень быстро. Ни хрена здесь турелек. Хорошо, что я пробежал этот здесь момент. Ты что-то прятал или скрывал здесь? Нет, а зачем он тут был? Опа! Опа, 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 на. Здрасте. Я не отступаю, пытаюсь понять. Зачем я сюда вообще пришел? Для чего? Ладно. Побежим сюда тогда. Да, подождет, достижение получено. Рейтинг безбашенности. Эй, бро, говорят... Слишком быстро. Да, часа в глаз. Поджигатели, поджигатели, а куда мне бежать? Я немного потерялся. Я немножечко потерялся. Заблудился, так сказать. Так, стрелочки, хорошо. Если туда пойти, никуда хорошего не приведет меня, ладненько. Побежали на обход. Куда, куда? Пипец, это место темное. Да. Хорошо, что здесь этих высокоуровневых скагов нету. И опять развилка. Допустим, сюда. Ладно, валим отсюда. Ёлки-палки. Это что там за враги такие? С базуками какими-то. Ладно, сюда промчим. Я не знаю, куда я бегу. Я просто бегу. Да-то не знаю, куда я бегу. Я вообще не в ту сторону побежал. А, не суть. Ну там фризит жестко. Там жестко фризит. О,
Какие-то рычаги здесь по зданиям раскинуты. Показывают туда. Пойдем по стрелочкам пока что. Так. Угу. И вот сюда. О, слушайте, я, кажется, правильно бегу. Или это только на первый взгляд? Надеюсь, тебе все прививки сделали. Или это только на первый взгляд? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сервятники, сука. Самые бесящие пока что враги. Стервятники. Потому что они будут сейчас меня преследовать, пулять по мне. А что я им сделаю? Я ничего не сделаю. Да, все-таки хорошо. А, так тут еще с другой стороны был проход. Ну, ладно. Так, вижу здесь подъем. Опа, что? Опа. Пац, 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 пац. Найдите грубияна. Ой, привет. А, я побежал просто. Просто побегу лучше. Ой, черт! Взять охранича пол. Ладно. Я понял. Молодец, такие застранцы должны заткнуть пасть. Так, подожди. Ёлки-палки, а сюжет? Ладно. Все равно в ту сторону. Через помойку пробежим просто, да и все. Кузня. Или не пробежим. Так, могу я здесь сократить немного? Могу. Могу, могу. Так, я могу, по сути, наверх туда забраться еще. Так, прожекторы. Еще какое-то место одинокое. Блин, то бежать само назад нужно, елки-палки. Включить первую точку. Точки доступа. Активировать. Найс. Мне легче так сделать. Мне легче так сделать. Ладно. Делаем по-другому. Занимает намного меньше времени, чем просто бежать. Я думал, там проход открытый, а оказывается, там проход то есть закрытый. Только стекло я не отвечаю на... Что там так? Ладно. Так, патроны есть. Сейчас обойдем быстро все. Да, там просто закрыто у нас. Единственный минус то, что да, враги заново появляются. После этой фигни.
Единственный минус, враги заново появляются. А так я тут был уже, алло. Черт, нужно было... ладно. Просрано, короче. Короче говоря, просрано. Я не знаю, есть смысл, куда я сейчас бегу. Да, есть. Да, есть. Если у меня мало хп, я сразу кидаю этот... Чук, активку. И просто... Просто бежать по тем же стрелочкам, где мы бежали. Ну да, я слышал об этом комаре. Такое нубло. Просто следую основным прицелам моих этих... Какие еще прицелы? А, принципов. Жри побольше печенья. А ну заткнись, Мокси. Ты не понимаешь, что мою эти... Так, методика, я выводю, то целоваю назад. Так, наверное, конечно, как скажешь. Так, дальше. По городу побежать, но это сдохнуть можно. Запросто. Ладно, если что, так пробежим. Поверху. Поверху и через дома. Если понадобится. Это у нас куда? Так, ну да, здесь я в доме был. Так, дальше. Туда и наверх. Или нет? Да, пойдем по этой стороне. Убьем комарика этого. Так, все, враги меня потеряли почти. Они меня почти, видите, не цепляют. Город мы пробежали, то есть локация такая, считайте. Раз-два. Так, сейчас мы здесь сохранимся. Ага. Все? А, глава 12. Комар такой наглый, потому что думает, что армия стервятников способна его защитить. Ну, когда если ты с ними расправишься, что это так, добраться? Так, собрать игрушки комара. И? А можно мне это? Игрушки, алло. Тихо-тихо-тихо-тихо. Раз. Бонжо, щетки. Гитарки. Так, убить стервятников, сопровождающих. М? Или сопровождение это какое имеется в виду стоять? Подождите, сопровождение. Вот это, да? Получается оно. Так, убить стервятника сопровождение. Ну да, получается он. Тора, Торро.
Готово. Готово. Так, возвращаемся. Потом, если что, я могу выйти, снова зайти и взять этот квест следующий. Там еще вижу доп появился. Нужно комара грохнуть все равно. Вот это номер, дорогой зритель. Благодаря безбашенности искателя хранилища больше не осталось никаких преград между ним или... Нью. А, не, и гладиатором номером 2. Нас ждет путь в логово комара открыто, или туда и сделай ему больно. Где логово находится? А, вот тут закрыто, да, как я понял? А ну-ка, сейчас бегаем. Давайте в логово тогда. Ой, стоит, еще задание появилось. Сейчас бы я побежал дальше. Бей, пока Райан стреляет, пока пушки и комара падают с них. Нужно патрон было купить. Так, банджо, банджо, банджо. Так, купить стервятника. А где еще стоять? С коробками, где еще? Ой-ой-ой, тихо. Бац. О, сервятник. Готово. Банджо. Осталось убить стервятников сопровождения. Тихо, тихо, тихо. Ладно, короче, со... мне легче со снайперки их забрать. Ага. Да, со снайперки. Блядь! Это бах со снайперкой, ужас. Типа он хорошо, когда враг стоит на месте, а не летает в воздухе где-то. Что, просрал миссию? Там. Сейчас давайте я закуплюсь. А. Окей. Поехали. Ну это, видите, снова же просто арены, где нужно... какое-то время выживать. Так. Отлично. Так, один есть. Второй есть. Ой, тихо. Банджо, банджо.
елки-палки. Сколько их убить надо? Писали бы хотя бы. Ой, елки-палки. Раз. Так, тебя. Все. Ох, выполнено. Я говорю, нужно, короче, бежать уже в этот. Так, задание. Опять это у нас. А как их отправить? Так, игнорировать. Так, любовь — прекрасное чувство. Так, мне все равно. Идем дальше по сюжету. А, ну это в логово комара, да? А, логово имеется в виду вот это или что? Ладно, поехали. Или не, давайте, наверное, все-таки я выполнил такие миссии. Сейчас типа с вами слетаем. Сначала выйдем. Снова же так же. Продолжить. В кузне. Кузница. Почему кузня? Тогда уже пускай будет казнь. Так. Мой муж превратился в скага. Я знаю, что его звучит блесно, но я в этом уверена. Он где-то в кузне. Только поищите искать красным. Шарфе. Найдите его, пожалуйста. Окей. Так, у нас ворота ж открыты. Открыты, все хорошо. Ворота открыты, это хорошо. Так, бежим сразу на обход. К скагам. Подождите. Ой, там тоже двери открыты. Все, если что, мы на обход пойдем просто по двери. Он за мной бежит. Это взрывной, да? Мой муж скаг. Добраться до логова скагов. Найдите мужа Джерика. Хм. У этих скагов нет шарфа. А ладно, просто перебейте их. Типа твой муж оборотень. Вот тебе, Урия. Никто не смог изменить меня без... так, безнаказанно. Я буду что-то топлю свою жажду так превратить тебя в скага. Но это оказалось недостаточно. Теперь ты умрешь. Так, зачистить второе логово скагов. А, походу мы, короче, уничтожаем что-то их жестко. Жестко уничтожаем. Давайте их сразу всех соберем в кучку. Куда ты стреляешь? Вон враг. Ну как оно? Того стоило, Урия. Стоило того, чтобы превратиться в скага. Надеюсь, что да, ублюдок. Так. Теперь аж на ту сторону. Да, не, видите, все-таки меня бегать заставляют. Ну, это хотя бы мини-сюжетиком, что пытаются украсить. Чтобы было незаметно так сильно. Что мы просто бегаем туда-сюда. Но это все равно заметно. Все это делать заметно. Так, а теперь скаги здесь.
там можно тогда с этой стороны просто пойти туда, да, и все. В кузницу. Неплохо. Аниме из этих скагов наверняка был мой. Эй, искатель хранища. Сюда. Поговорите с Урией. Привет. У тебя перья на голове, слушай. Ну, да. Я не скаг. Я убежал сразу же, как только смог. Так, маньяк Джерика узнал, что я... Так, изменил ей. Послушай, отдай ему мой шарф, чтобы она подумала, что я мертв. Ах да, не убивай меня. Я даже понял, что это был неверный шаг. Зря я покинул свою... укрытие, ведь... вы же решили, что я умер. Ну, да. Неудачное. Убить Эрию. Мой муж скаг. Так, ладно. Задание, если что, сдадим это. Это не там бежать долго. Выход, сохранить и выйти. Хотя, да, наверное, закончим на этой серии. Если там комарик, убьем комарика и убьем... Придумаем, что сделать. Ты нашел его шар, значит, он действительно погиб. Ух ты. Мне немного грустно. Нет, уже все прошло. Я опять счастлива. Да пошел он. Нахрен. Так, окей, все, в принципе, время пошло к концу, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.